Дошли в ночи. Ага. Висит что-то, сойка. Попалось место зверька. Опять. Ну как они часто к нам попадают, а? Приманку, видимо, хотела поесть. Ну ладно, брат, снимай. Вот они нам попадаются часто. Ели бы хвою. Нет, мясо хотят. Как синички. Сало. Это мы оставляем приманку. Запашок. Нависает. Ивняк попадается. Подходим к избушке новой промысловой 1 января. Опять она нас сегодня выручит, встретит, обогреет и выспимся в ней. Вот она, избушечка. Снегом все больше и больше покрывается. Такая вот шапка на трубе. Еще два звена видно. Остальные уже спрятались. Оп. Лыжи из-под меня уже выскакивают. Ладно. Выйдем, слышь. Вот брат уже все лопатой орудует. Вот такой снег выпал у нас уже в этой избушке. Сейчас я со стороны сниму. Костровище. И вот так. Вот она. Привет, избушка новая, путиковая, промысловая. Надеюсь, нам здесь сегодня ночью понравится. Но будем мы одну ночь всего здесь ночевать. Брат заканчивает снимать шкурки. Рано утром проснулся пораньше, чтобы ободрать. Сколько шкурок? 5. Хочу сказать, что вот они гуманные заразы, и вот они пробивают, вот она дыра, угу. Вот она тут пробитая, и с другой стороны вот тоже дырочки, то есть резкая, жесткая пружина, она дает. Сейчас, обработаем, позавтракаем и дальше в путь. Потом я вам покажу еще шкурки, как выглядят.
обработанные. Второе января 2017 год. Чай закипел, шкварчит. Мы его снимаем. И будем завтракать, готовиться в путь. Сейчас брат обдерет пушнину. И мы будем завтракать, готовиться к отъезду. Снега все становится больше и больше. На крыше избушка все снегом обсыпается. Брат там уже четвертого зверя обдирает. А вот он уже встряхивает его. А это соболек, да? Да. Ну-ка. Да, это уже соболек. Такой. Сейчас мы его подвесим. Здесь это уже три висит. Это у нас уже четвертый. Так вот мы подвесили его. Так вот они смотрятся. Одна попалась у нас куница бракованная. Вот сейчас брат объяснит, что с ней произошло. Она попалась не бракованная, а ее почистили мыши, потому что близко к дереву запуталась с поводком и повисла по стволу дерева, по наклонному. И вот результат. Мыши ее постригли в новой избушке. Ночь переночевали. Брат почистил, обработал пушнину. Такой результат у нас получился. Пять шкурок. Избушка бутиковая, промысловая. Вот. Такая добыча. Здесь в этой избушке с утра обрабатывалась. Сейчас вот в таком состоянии. Лишний вес уже отдельно пойдет на приманку. А это мы уже с собой берем. Вес у него небольшой. Из пяти добытых зверьков получилась вот такая вот ноша. Это, ну, с два кулачка каждого. Ну, веса почти нет. На завтрак опять пельмени. Самое быстрое, практично, быстро приготовляемая калорийная еда. Так мы обычно делаем. И пирожки еще у нас из дома вместо хлеба. Чай из чаги. Сыр, лук, чеснок. Такой завтрак 2 января. Уезжаем. Переночевали в новой избушке. Отсыпали. Вот теперь была вчера. Сегодня минус 12. Все нормально. Дверь открытая.
отлично. Избушка теплая. Мороз мы тоже уже ночевали в ней. Мне нравится в ней ночевать. День-два самый то для двоих. Снега много насыпало уже, хотя только 2 января, 3 уже. Снега уже прилично. Дымится и отъезжаем. Сейчас мы к очередной речушке подъехали. Мост здесь давным-давно уже не функционирует. Вода проступила. Видимо, у бобров плотину прорвало, и вода вышла наверх. Мы вот здесь вот объезжали по льду, еще в ноябре проехали. А сейчас все не можем. Придется там что-то засыпать. Здесь нам не проехать. И здесь не проехать. Сейчас будем мы здесь переправляться через эту речку, ручеёк. Вот этот мост уже рухнул. Здесь уже бесполезно восстанавливать. Раз мы здесь поднимались, круто.